Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, номер 21. Начертите в тетради А. Замкнутую ломаную, состоящую из трех звеньев. Замкнутая ломаная – это значит ломаная, начало и конец которой совпадают. А так как она состоит из трех звеньев, то, по сути дела, у нас должен получиться треугольник. Треугольник – это замкнутая ломаная, состоящая из трех звеньев. Давайте отметим точку А, например, начало ломаной. Следующее звено – первое – АВ, второе звено – БЦ, и третье звено должно быть, конец этого звена совпадать с началом первого звена, то есть это СА. Соединим эти точки. А с Б, Б с С, и, соответственно, третье звено С с А. Это замкнутая ломаная, состоящая из трех звеньев. Звенья, еще раз перечислим их, АБ, БЦ и СА. И Б, не замкнутую ломаную, состоящую из четырех звеньев. Итак, отметим 4. Точки А, Б, С, Д. Если мы на этом остановимся, то у нас будет, если не совпадают начало последнего, конец последнего звена и начало первого звена, то это будет ломаная, состоящая из трех звеньев. Значит, надо отметить еще точку. Вот тогда у нас появится четвертое звено. То есть соединим А с Б, Б с С, С с Д и Д с Е. У нас конец ломаной не совпадает с началом ломаной. И ломаная состоит из четырех звеньев, и она является незамкнутой. А с Б, Б с С, С с Д и Д с Е. Ломаная, состоящая из четырех звеньев и являющаяся незамкнутой. Четыре звена А, Б, Б, С, С, Д и Д, Е. Звенья этой ломаной. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.